Рада, рада вас всех видеть. Такая, знаете, какая-то прям вот семейная такая атмосфера. И да, правильно, спасибо большое. Мне подсказывают, что действительно для меня большая честь, что именно в этот день вы сегодня с нами. Потому что вы могли бы пойти сегодня, например, к Филиппу Киркорову в Кремль. Но нет, вы выбрали нас. И огромное спасибо. Нам очень приятно. Thank you.
Girls are
хотите, поаплодируйте. Или вы знаете, что это вообще, тогда еще больше приятно. Да чего вы ржете на дому? У них какое-то сегодня игривое настроение по отношению ко мне. Они сейчас доиграются. Эту песню, вы знаете, я написала давно. И она, на самом деле, имеет даже другой смысл. Смысл этой песни... А нет, это другая песня. Нет, я сейчас действительно перепутала. Но эту песню я написала давно. Да, я правильно начала. Я написала ее давно. И... вы знаете, вот только с этим составом, который сейчас на сцене, я могу сказать честно, что эту песню я пою так, как я ее задумала. Поэтому я хочу, чтобы вы отдельно поаплодировали моим прекрасным музыкантам. Потому что, правильно говорят, кто ищет, тот всегда найдет. Я нашла. Я очень счастлива. Мало как-то.
оглохла немножко. Хочу с вами поделиться радостью. Мы, ну кто не знает, я участвовала в таком проекте, как «Голос». Вот. И после «Голоса» мы должны откатать тур, и мы его откатали. Вот недавно приехали, и, кстати, мне очень повезло. Со мной были как раз вот те музыканты, которые стоят сейчас на сцене. Поэтому, да, давайте им еще раз поаплодируем. И знаете, как все классно было? У нас меньше, наверное, чем 1500 человек в зале не было. Но я могу вам вот что сказать. Сегодня, конечно, не 1500 человек. Чуть меньше. Вот. Но, вы знаете, чувствуется ваша добрая энергетика, ваш добрый посыл. И поэтому петь хочется еще больше, стараться хочется еще больше. И я надеюсь, у музыкантов возникает тот же самый эффект. Поэтому я хочу еще раз вам огромное сказать спасибо, что вы сегодня с нами. Я не знала, как быть иначе, за собой тебя позвала. Миллионов слов будет мало, я вся для тебя. Клевера, мыши, ты рок листьев, ты вошел, как будто искал. Наизусть в признаниях и мыслях шепчу про себя. Ты всегда yeah.
Ну, жизнь не так кратко еще сдавать. Тратить время на это. Зачем? We'll be right back.
Это наш прекрасный саксофонист Константин Чеботок. И давайте ему поаплодируем. И, Костя, я тебя от всей души поздравляю. У меня вчера был день рождения. Поэтому всего-всего тебе самого-самого лучшего. Старайся на концерте сегодня. Вчера было тяжело, и сегодня. Давай, старайся. Я была стараюсь, он молодец. А следующая композиция, она... Ну, для меня она особенная, потому что я ее очень люблю. Вот, и она называется «Птичка». Thank you.
Thank you.
я придумала сейчас. Песня называется «Потрясись». Следующая. Так и называется. Поэтому, ну, в принципе, вы уже долго здесь сидите. Вот. Я вижу, что сзади люди уже трясутся, и это приятно, вы знаете, даже на медленных песнях. Если не в так, то вообще классно. Вот. Поэтому, если есть желание у вас с нами потанцевать, то мы будем за.
я вам скажу по секрету. Надо было раньше, конечно, говорить. Надо было смотреть на прекрасного пианиста, который владеет ногами, руками, степом, не знаю чем, так, что вам и не снилось. Поэтому, Сашка Цивилёв! Yeah.
прости. Сердце заминает страшно. Прости за те слова, кто больно. Увы. Смешно, что прихожу и уезжаюсь вновь и вновь, что делать я не знаю. Она понимает, что это самое
ну, самое лучшее, что было в ее жизни, но она не ценила это. И там были даже такие слова, и только ты был готов вывернуть карман, а я ругалась твою мать, но я решила не вписывать это пока в песню, смелости не хватает. А сейчас вот, ну я же говорю, потому что у нас с вами более дружеская атмосфера сегодня, более такая семейная, поэтому, да, рассказала. Что? Не знаю, с головы. Нет, не наболела. Вы знаете, эта песня у меня родилась случайно. Я посмотрела, не помню сейчас, про какую-то актрису. И вот она рассказывала вот эту свою жизнь. И мне настолько я впечатлилась. Ну, я вообще впечатлительная. Ну, вы заметили, я чувствую, да? И вот на этой волне я написала такую песню. А потом подумала, что нет, наверное, что-то надо поменять. И вот поменяла, как поменяла. Ну, надеюсь, вам понравится. А следующая песня, одна тоже из моих любимейших, она называется «Зомби», и я ее пела на красном голосе. И хочу сказать огромное спасибо своему наставнику Васе, который доверил мне эту песню. Ну вот теперь я ей пользуюсь, пою. Спасибо Богу. Time is lovely taking.
такое. Сереж, хорошо играешь. Мы люди узнают уже наконец-таки. Я хочу. Вернее, не с вами, господи, уже все, уже шарики поехали. Я хочу вам сказать очень приятную новость, которую мы узнали буквально перед выходом. Вы почему думали, мы там долго сидим? Мы радовались. Ну ладно, мы просто радовались, ничего лишнего такого. Я хочу сказать, я хочу признаться вам, что мой басист Сергей Кондратьев, вообще в нашей стране, поэтому его давайте отдельно поблагодарим. И не сегодня, я хотела, чтобы вы в этом убедились, а в этой композиции убедитесь еще больше. Here come a flat of here, through the smoke eager, to the ugly one, hopefully really eager, hey, down, tears be. Dark ages, do you wanna please? He wear those shoes in a higa, told you to my father, but I think I must give finger. He said, go after God, he said, we'll be right back.
я тебе предлагаю лучше станцевать. Потому что, вы знаете, вот именно очень... Ну, вы подумаете, странная какая-то, да? Но вот я вам объясню. Я же не даром вам говорила про тур. И именно в туре я открыла для себя Сашу с новой стороны. Это просто Майкл Джексон в очках.
давайте ему поаплодируем. И опять же, мне кажется, что это прекрасный оборот. Мы сможем с вами сделать прекрасный хор. Люди хотят вспомнить Майкла Джексона, покажи! Обидь!
Следите. Следите за афишами. Александр Семенов будет шарик танцевать. Да заберу шалшот, не переживай. Сергей Кондратьев, бас-гитара. Ты человек, без которого не было бы, в принципе, этого чувства, этого... этого драйва. Ритма. Ритма. Александр Трофимов, браво! Меня зовут Эракан. Большое спасибо, что вы были с нами. До новых встреч. А если вам понравилось, то 26 марта, то бишь в субботу следующую, у нас состоится в клубе академический концерт. Он будет другой. Ну как другой? Ну надо еще... Где концерт? В клубе академический. Легко забыть. Метро академическая, клуб академический. 26 в субботу. Вот. Какой шоколад? Поподробнее. Нет. А, это где шоколад, говорят, да. Да. Я не знала. Да. Ну, видите как, мы придем к вам в гости. Приходите. Да. 26-го, ну, у нас уже все забито. Мы придем. Вы, главное, приходите с друзьями, приходите. Приглашайте. Да.